район. А? Ну, от дома можно доехать? Или надо было одеваться? Чтобы потом пиздовать пешком во всем, блядь. Да иди ты, блядь, своим великом. Здорово, народ. Немножечко пройдите со мной в магазин. Необычный формат вещания. Сейчас мы настроим музычку, то у нас играет самый бесячий альбом, который может быть в айфоне. Я сказал, что сезон велосипеда и водопада открыт. Самое забавное, что эти рыбы пытаются ловить. Рыбу пытается ловить, серьезно. И вы все его знаете. 100%. От него не деться, не скрыться, ничего не сделать. Он просто играет. Еще очень классно, когда визор такой все время. Я хочу закрыться от вас, от всех. Не успел меня, да? Просто чуть-чуть не успел, как я анализировал он был. Добрый день. Поэтому я такой думаю, что одевать шлем, не одевать. Или просто в руке нести, в руке неохота. На башке висит, как бы, ладно. И вот смотри, пум, закрылся. Я такой, ну все. Ну и закрылся шлем. Ну и отлично. Звук как из трубы. И все такие, что же происходит? Так, ладно, я хочу. Нет, я хочу. Туфли Джимичу и айфон хочу. Я хочу зефир с ароматом киви, манго и банана. Ну, допустим. Довольный руль. И мы на заправке. На заправке. This is Adele. Let it fall. My heart. You lose the fame. You lose the claim. В том сезоне это было просто... невообразимая вещь, это, блядь, это вообще... Ну... И ремонт это было что-то, да, да. Были вместе. Да, опять мне уёбская прическа, почему-то всегда, да. Уёбская прическа. У меня сексуальная венка, у него уёбская прическа. Зато он теперь в куртке крутой. Видите, какая у меня, короче... Тебе звонят. Ну, ничего страшного. Ты видишь, что тебе звонят? Да, да. Ого, застегнулись, прекрасно. И едем. Вот, юный блогер, юный начинающий блогер. Капец, тебе лицо жирное. Что такое лицо-то жирное? Ты канал-то заведешь. Одинокий самурай. О, кстати, я тебе даже название придумал. Здесь лучше. Лучше? Надо настроить просто. Не ори, я тебя слышу. Это ну, понимаешь, получше, да? Уже. Ну, получше, да? Ну, отлично. Получше, получше. А ты помнишь, что я тебе название придумал сходу вообще? Да. Канал. Да. Ну, у тебя Сузуки? Да, да. Ну, у тебя Сузуки же. Я не одинокий. Когда не вяжется. Узелок завяжется, узелок развяжется. Ну, ладно. Мы стоим, вот здесь все время такой антураж. Скорая вообще. Но зато закат великолепный. Зайти возьму. Скоро пойдет поезд, мы стоим. Мы стоим, потому что сейчас должен пойти электричка. Видите, электричка.
электричка. Классно. Да, она прям едет. Вот она. А вот мы стоим. А вот электричка. А вот стоим. Шлем снять? Так я паспорт дал. Просто забавно.